Всем привет, вы на канале Грифониан. Лайки ставьте, чего как не родные. Открыли канал, уже сразу можно лайк поставить. Картинка-то красивая, на самом деле. Короче, я тут заходил в игру, естественно, куда же без этого. Некоторые ресурсы у меня на планете начали пропадать. Тут вон у меня железо уже 60 тысяч осталось всего, меди 197. И я такой, типа, надо развивать грузоперевозки, там, понастраивал еще на Луне той, ну как Луне, на другой планете, короче, добычу ресурсов, но там тоже уже заканчивается, и я такой задумался, наверное, нужно варперы делать срочно. И видали, что сделал? Я сделал в итоге производство зеленых кубиков, вот. И на полную катушку начал исследовать дальше технологии, и у меня тут прорыв прям по всем параметрам. Видали, какая скорость? Он лютая просто скорость, о, у меня... Исследуется просто моментально все. Это я не уверен, что надолго. А кроме этого, ведь еще строятся и варперы. Вот, похвастался, и у меня уже тут начало пропадать потихоньку скорость. Ну, не суть. Надо еще мне лимит здесь выставить, короче, варперов побольше, чтобы на другие планеты возили кораблики сразу же. И будет мне счастье. Где-то у меня тут была планетка. Ой, планетка, говорю, блин. Завод, вот делаются варперы у меня. И нужно их здесь, наверное, выставить побольше, чтобы максимум делался... А подожди, а что так много? У меня так немного не надо. Вот, пусть столько будет. А, это я зеленых кубиков максимум поставил, 100 сюда. Ну пусть возят, зеленые кубики-то ладно. А варперы вот 1200 пусть на будет в хранилище и нормально. Все, и зашибись, как бы. Теперь я могу делать дальние перелеты, ставить там башни с запросом на всякие полезные, важные товары и все такое прочее. И прям огонь будет просто капитально круто. Но я, наверное, последую совету одного многоуважаемого подписчика. БСМ, кажется. Наверное, БСМ это мне сказал. Что надо сделать башни с хранилищем всех основных зданий и компонентов. Чтобы потом там поставить, и мне доставили все для строительства какого-нибудь нового заводика или еще чего. И я такой, блин, ну это же офигенная мысля, нужно прям сделать это. А для этого мне нужно из-за всех вот этих вот своих мини-заводиков вывести здание, короче, в межзвездную башню. Вот, и будет счастье. И это же и фундамент туда можно запихать, и короче, все что хочешь. Да, уже, правда, ничего не запихаю. Так, можно, в принципе, этим и заняться. У меня, правда, была сначала мысль добраться до униполярных магнитов и их найти, где-нибудь добывать уже начать. Точнее, я уже знаю, где они есть, но туда надо слетать, организовать там энергию, добычу, транспортировку, чтобы вот и здесь дальше делать все остальные здания. Но для этого все-таки придется, наверное, постараться и организовать передачу всяких полезных зданий. Наверное, я сделаю это где-нибудь вот здесь. Ну, потому что, почему бы и да. Сейчас вот поставлю, например, штук сколько-нибудь этих вот башенок. Вот, я могу вот здесь поставить. Так, позволить принимателю, приемщику лучей потреблять гравитонные линзы, чтобы увеличить максимально выдачу энергии. Ну, это, конечно, полезно. Ну, не знаю. Конечно, полезно. Полезно. Очень нужно, да. Так, вот сюда поставим башенку. Потом... Здесь не могу. Вот здесь, наверное, могу. Могу здесь поставить? Могу здесь поставить. Не знаю, как я буду сюда... Вот сюда буду поставлять. Так, раз. Потом вот здесь я могу поставить еще. Вот, короче, пяточек башенок. И у меня тут, значит, сразу возникает потребность в дронах и кораблях. Сейчас мы их заберем. Где-то же они у меня тут делаются. Вообще, как нечего делать, мы их заберем. Так, поставим сюда им энергию. Энергию, говорю, поставим. Соединяйся давай. А, он с той соединяется, хорошо. Так, сюда. Вот здесь энергию нужно поставить. Это я неплохо поставил, подожди, не лети. Надо же, чтобы энергия поступала. А то зачем просто так ставить? Вот здесь не подсоединено тоже. А еще, да, у меня энергия заканчивается. Это вообще караул. Просто. Так, мы сделаем вот так. Вот так. Ой, что-то я не то поставил. Да уйди, я от тебя открываю совсем. Вот, вот.
Так, Distance to Naval War 12, ну не знаю. Так, я вот, улучшенная, улучшенный добытчик. Но я его даже сделать не могу пока, потому что у меня нет некоторых материалов, ресурсов. Собственно, в это все и уперлось. Я бы, конечно, с удовольствием все пересадил на лучшие принтеры, лучшие печки, лучшие добытчики, но у меня нету важных редких материалов для того, чтобы их производить. Так, вот уже вроде как вернулось в нормальное состояние исследования по скорости. Так, значит, что мы делаем? Забираем корабли. Где-то у меня тут они были. Корабли. Космические. Летательные, вот они. Ох. Забрали. Значит, пихаем. Вот сюда пихаем. И этих. Так, и сюда пихаем. А что у меня с маленькими дронами? Они тоже у меня где-то в гигантском количестве. Я их не использую отсюда. Они у меня делаются просто без конца. Надо, наверное, ограничить, потому что они делаются еще и на другом заводе. Вот. Заберем отсюда. И пересадим сюда. Здесь уже есть. Здесь, допустим, есть. Кстати, надо сразу выставлять здесь минимальное количество варперов, потому что как же без них они будут мне девать-то? Local demand. Не-не-не-не-не-не, стой. Какие? Ну ладно, 1200 пусть будет. 1000 пусть будет, вот. Надо сначала ставить, а как я поставлю? А, ну пока я еще не поставил demand. Вот, что я туплю. Короче, берем вот их. Выставляем 1000, например. Я думаю, что этого более чем достаточно. Тем более, хотя, блин, какая 1000? Вообще, 200 можно ставить спокойно. Так, 200. Есть. Тут корабли есть? Есть. Хорошо. Значит, теперь сюда. Кораблики раз, кораблики два. И варперы. Выставляем, вот, например, 200. Local demand. А тут что? Тут все нормально. Значит, здесь выставляем. 200 штучек. Так, кораблики, кораблики. Есть. Видимо, и сюда еще. Оп. Так, кораблики, кораблики. Все или не все? Вот. Тут, ну, вроде везде все есть, да? Хорошо, это я сделал. Наверное. Так, теперь мне нужно поставить сюда всякие здания полезные. Например, как то. Башни, электропередач. Обязательно. Печечки. Я потом их заменю на помощнее печечки. Принтеры. Этих я еще не могу делать, поэтому я буду делать вот эти. Все еще принтеры. Ну, с такими объемами, как мне сейчас надо, я думаю, что remote supply, local supply. Да без разницы, я думаю, что это нормально. Такими объемами. А если storage поставить, то что оно будет делать? Local storage. Оно же ничего не будет делать. Так. Короче, это вот одни здания. Потом, например, сюда мы впихнем всякие конвейеры. Конвейеры. Эти сплиттеры. Стакеры. Счетчики надо? Я думаю, что счетчики не настолько... Ну, блин, они в заводах, конечно, используются. Вот, даже не знаю. Надо они мне, не надо. Солнечные панельки вот надо, но я их впихну потом вместе с... А чё, я уже их сюда впихнул, да? Нет. Давай-ка мы по-другому сделаем. Сюда поставим лучше ветряки и солнечные панельки, да? Или вместо ветряков какие ветряки в наше время? Давайте вот используем Fusion Plant. Они помощнее будут, и надо, правда, сделать еще их производство сначала. И тогда нужно какую-то башню оснастить доставкой топлива для них. То есть вот такая вот штука. Remote supply. Local demand давай. Оп. Remote supply. Есть. Теперь здесь мы ставим, например, те печечки. Печечки. Где они? Так, принтеры. Печечки. Потом поменяю на получше. Чё там? Вот эти у меня делаются где-то? Не знаю. Пусть будут тоже. Что?
Могу видеть, короче, теперь вообще везде, видимо, да? Я могу везде видеть, наверное, с ресурсы или нет, не суть. Так, что еще мне нужно для того, чтобы поставлять? Склады, наверное, можно пихнуть. Так, конвейер же здесь. Или здесь? Конвейер здесь. Есть такое дело. Потом сюда мы пихнем, например, что? Добытчиков. Потом получше поставить надо. И производство. Блин, потом. Но потом, видимо, у меня суп с котом будет. Я ничего не сделаю. А как же... Может, где-то и ветра, кстати, сильные. И типа могут и производить нормальное электричество так? Эти сколько? Эти 360. Эти 300. Не намного-то и меньше. Эти мегаваттами производят. Эти вообще 15 аж. Больше всех. Ладно, будем выживать, короче, на вот этой фигне. Fusion реактор. Пока что. На других планетах. Поставим пяточек там. И будет счастье. Запрос сделаем там на... А я могу, интересно, меньше чем 100 поставить? Вот это вопрос. Надо проверить будет. Так. Что еще я могу пихнуть? Вот, резервуары, например, можно. Мало ли там где-то жидкие ресурсы добывать, и надо будет их где-то хранить. Не знаю, насколько это актуально, но вот... На всякий случай можно вот это поставить. Вдруг там планета будет, где можно будет разместиться еще с геотермальными... этими вот. Вот этими вот. А он, кстати, производит столько же, сколько и даже больше, чем вот этот товарищ. Термальный, этот геотермальный. Я, кстати, всегда думал, что заводы, которые... Которые работают, ну, сжигают, они должны больше вырабатывать, чем геотермальные всякие фиговины. Но это как бы мои какие-то доводы. Я не знаю, нужно ли мне туда насосы ставить, поставлять. Есть какое-то жидкое топливо? А, ну когда? Конечно, надо. Там же нефть еще мне придется выкачивать. Ой, так это мне не насосы надо, мне нужно вот это вот. Oil экстрактор. Да, определенно. Remote supply. Так, есть. Я это сюда доставил. Так а что, 4 башни только или что? Пятую я не смогу заполнить даже. Наверное, сюда какие-то ресурсы надо. Ценные. Или что? Мне бы наладить производство еще вот этих вот штуковин. Наверное. Хотя, с другой стороны, они потребляют вон 720 киловатт каждая. А эти 90 всего лишь. Так что эти вообще не потребляют. Не буду я эти делать. Я обойдусь простыми Теслами. Нафиг она мне надо. Подумаешь, ну больше она радиус покрывает. Ну и что? Что еще передавать-то? Может, какие-то запчасти? Заптатки? Можно, конечно, попробовать пролифератор. Пролифератор. Сразу, чтобы он был там. Да, с другой стороны, он сразу и будет, его просто затребует башня. Ладно, пока не надо. А что еще мне нужно? Ничего больше не нужно. Короче, мне нужно организовать еще производство некоторых фиговинок. Вот этих. И пока все. И еще вот этих. Вот этих. Четыре, короче. И эти ресурсы, кстати, что у меня есть все. Я могу хоть час начать делать вертикальные эти запусковые шахты, потому что, кстати, почему бы и да? Смотри, что сделаем. Сейчас что сделаем? Короче, титановую сталь. Титановую сталь. Просим. Где она? Вот. Титановая сталь. Local demand. Ну, поставим там штучек 3000. Нет, меньше. 2000. Local demand. Так, потом возьмем, например... Что там надо было еще? Линзы нужны были. Каркасы и чипы квантовые. Так, линзы ставим. Например, тоже штучек 2000. Local demand. Потом чипы квантовые. Штучек тоже 2. Это, блин, наверное, можно и меньше. 1000 вообще можно. А что-то у меня так туго все с титановой сталью. Она должна литься рекой, а ее как бы и нету. Наверное, стоит тоже запросить некоторые ресурсы и делать ее уже в больших масштабах. И что там? А, корпуса эти были для сферы Дайсона. Вот, ее тоже затребуем 1000. Ну, и будем здесь изготавливать потихонечку шахты пусковые. С другой стороны, мне, конечно, столько и не надо.
А, я понял. Remote demand и remote demand. Давай поставим и сразу, наверное, будет побольше. Корпуса. Ну, как бы. Ладно. Титановая сталь. Надо проверить, что не так со сталью у меня. Она, походу, у меня, знаете, где делает? Вот. Все, что есть из титановой стали. Это вот здесь. Похоже. И мне кажется, что это крайне унылая тема. Просто швах. А все потому, что у меня недостаточно поступает кислоты. Вот и все. Кислота у меня делается тоже вот здесь. И пора это безобразие прекратить, я думаю. Или что это? Ну, кислота. Сульфурик эсид. Она используется сразу на графен. Графен, между прочим, я построил целый завод на другой планете, поэтому я могу с чистой совестью просто-напросто это все снести. Заодно меньше будет потребляться энергии. Вот. Кажется, я не то чтобы прям сильно хорошо что-то сделал. Ну ладно. А это что было? Это куда шло? Чё это? А, вот так, да? Все, свободен. Так, кислота. Кислоту мы убираем тоже. Кислоту убираем. Я надеюсь, что у меня в инвентарь все влезет. Кислоту убираем. Так, вот это все прекращаем. Безумие. Так. Заодно и конвейеров вот мне подвезет. Так, у меня тут сразу организовалась еще ресурсная база из некоторых элементов. Так, вот это уже нехорошо. Это мне нужно пихнуть сюда. Шпонькс. Так. Нефть, наверное, мы сюда запихаем. Ну, потому что могу. Вот, могу и все. Сейчас вот, смотри, и воду. Оп. Избавимся от жидкостей в организме ненужных. Организм, если что, это мой меха. Не могу сказать, что он прям организм, но он организм. Так, целая цистерна для одной единички водорода. Вот это я могу, умею. Так, смотри, что делаем. Сейчас мы ставим, короче, сюда башенку. И все ненужные ресурсы, ну как ненужные, они, конечно же, нужные. Но они нужны в другом месте. Мы просто-напросто перебросим, вот, чтобы было в другое место. Вот. И что там? Это что? Это камень. Отлично, вот, смотри. Ведем сюда, сюда и сюда. Все, пошел процесс. Теперь у нас есть возможность поставлять. Подожди, а это не то, это нефть. Они, это нефть. А я перепутал с этой самой, с водой. Все, зашибись. А это, кстати, можно и улучшить вот так, таким макаром. Понял, да? Можно еще и вот это улучшить. Вот. Какую я красоту сделал, навел. Есть. Чтобы ресурсы не пропадали, я их сейчас туда все и перекину. А туда мне нужно, наоборот, поставить башенку, которая будет получать с другой планеты сульфурик эйсид, кислотку. Или она на другой планете, или она здесь, я не помню. Все, у меня блики. И буду делать, короче, вот тут. А это что такое? Прикинь, у меня камень бесплодный. Просто как этот. Ты чего, Алёша? Давай работай. Так. Так. Так, не будем тратить лишние конвейеры. Просто соединим здесь. Все, работай, страус. Солнце еще высоко. Вот, кислота. Кислоту мы будем тебе давать с этой стороны, да? Вот отсюда заведем. Хотя можно было бы, знаешь, что сделать? А что я могу сделать? Вот убрать вот это безобразие неадекватное, да? У меня тут накопилось титаны, но это я потом выгружу просто обратно. Так, и теперь нужно поставить здесь башенку. Так, вот это можно тоже удалить, наверное, не нужно. Нужно поставить башенку, которую я буду складировать, точнее, заказывать ресурсы для производства титановой стали. Наверное, здесь сделаем небольшой заводик.
Не знаю, будет ли мне мешать эта вода. Можно сразу заложить. Чуть-чуть. Чисто для конспирации. Так. Закладываем ямки. Заложили. Кстати, можно еще и почвой разжиться. Тут вот есть холмик. И сделаем несколько... Несколько ассемблеров. Несколько ассемблеров. Так, сколько вообще нужно ресурсов для того, чтобы делать этот титановую сталь? 3. То есть мне подойдет 3 ленты и одна на выгрузку какая-нибудь в сторону. Так, как это лучше организовать, чтобы было в нормальных масштабах, объемах, масштабах, объемах? Может, вот вдоль? Наверное, надо вдоль в идеале. Потому что... О, меха-кор. Плюс 1,60 гигаджоулей максимальная энергия. Великолепно. Я счастлив. Так, это у нас... Это что? Что вот это такое? Это сталь просто, обычная. Собственно, она нужна для того, чтобы создавать титановую. А почему она у меня так странно заходит? Она типа разворачивается, идет куда-то еще. Видимо, она еще где-то нужна. Здесь она используется. Потом она идет сюда. Все, можно забить. Можно просто забить. Не мешало бы, конечно, это все соединить вместе, ну да ладно. Так, и... Что там? Что там еще надо? Я уже опять забыл. Нужна сталь, титан и кислота. Этого у меня добра хватает. Титан у меня едет здесь. Значит, я его продолжу. И я так понимаю, что, наверное, надо сделать вот такую систему. Значит, у нас есть... Блин, так может мне... Нет, титан буду просто отсюда брать сразу. Так, как это лучше организовать? Вот, например, мы поставили один ассемблер. Вот у нас едет титан, да? Вот едет титан. Тут у меня опять препятствие в виде водички. Нехорошо. Все, нету препятствия в виде водички. Вот у нас титан. Что-то его как-то слишком... А, это потому что конвейер такой непутевый. Все, вот титан. Титан ездит. Отлично. Теперь. Что тут у меня забиты? Все слоты? Все слоты забиты. Смотри, здесь 10171 из 10 тысяч. Вот это поворот. Забиты все слоты. Так, теперь мне нужно провести сюда еще два ресурса. Кислота и... Слишком близко к другому строению. Ну, давай так. Здесь мы заказываем кислоту. Здесь мы заказываем... титан. Нет, не титан. А что мы еще заказываем? А, сталь. Ну, пусть вот так будет, да? Local demand. И... Все, короче. Вот таким макаром. Электричества, естественно, здесь нет и быть не может. Так, ставим электричество. Прокладываем сюда наши ресурсики. Вот. Таким вот образом. Так, и второй это у нас сталь. Опа. Есть. Вот, и теперь мы с чистой совестью ставим сюда манипуляторы. Забираем, значит, вот это и вот это. Выбираем здесь рецептом титановую сталь. Где она? А, блин. А это надо было в плавильне делать, да? А, ну да, ничего страшного. С кем не бывает, значит... А у меня и плавилин-то что-то не особо много, по-моему. Ладно, сейчас мы все это исправим. Так, если вот этот будет здесь и брать отсюда... Так, значит, повторяем. Выбираем сталь, выбираем это и это...
выбираем здесь рецептом титановую сталь. Потом, значит, мы это дело должны выгрузить куда-то. Я так понимаю, что будет лучше, если я сделаю это вот таким макаром. Отсюда. Сюда. И сюда. Так, здесь выбираем на доставку титановой стали. Везде, где она нужна. Да где она, господи? В упор не вижу. Вот же, господи, ну и глюки. Local supply, remote supply. Отлично, выбираем здесь кораблики. Добавляем, потому что я их не добавил сразу. Так. Сюда загружаем ненужную кислоту и сталь. И... титан есть? Титан есть. Хорошо. Так, и выгружаем. Здесь. Вот такой, таким образом. Шикарно. Теперь размножаем. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту. А и все, как бы, у меня больше нету плавилин. Нужно еще плавилин. Надыбать. Раздобыть плавилин. Благо, у меня их там целая куча где-то была. Где-то здесь. Плавильни. Склад. Добываем плавильни. Ну, возьмем еще побольше. Так. Значит, продолжаем махинации. Вот, это мы вот таким образом сделали. Теперь можно повторить все то же самое. А интересно, кстати, я могу взять вот это, развернуть? О, могу. Так, то есть, это получается... Так, еще раз. Конвейер нужно ставить этот здесь, вот на этой линии. Вот на этой линии нужно ставить конвейер. Значит, вот отсюда. Вот отсюда. Где-то вот отсюда. Где-то вот так. Проводим дальше конвейер. Сюда. И замыкаем. И это у нас будет поставка, собственно, титановой стали. А, что-то я, по-моему, запорол, да? Нет? Да. Я уже запорол. Не беда. Я способный. Я могу по много раз одно и то же делать. В итоге надо было здесь, да? Говорю, на этой линии, на этой линии, но нет. Так. Вот, вроде так. Так. И... А чё тут мешает? А чё тут мешает? Обождите, тут какой-то затык возник. Этого быть не должно. Мне кажется. Не должно же. А чё за ерунда? Да я понял, типа, генерация там какая-то улучшенная. А что произошло? Почему я не могу сюда его поставить? Типа, камон. А как так? Не влазит. Сюда влазит? А сюда не влазит. Это что за приколы? А если я... Подожди. А что это ерунда? И нигде ж не влазит. Так вроде же везде одинаковая ширина этих конвейеров. Что за бред? Не должно ничего мешать. Ну-ка, ладно, давай поставим тогда просто плавильню и проверим, как это будет работать. Так, выбираем, значит, вот это. Блин, вот ерунда. Ересь. Коллайдится. Вон сдвиг какой-то. Так вроде ж не должно быть еще сдвига. Что за проблема? Что, считать квадратики? 5, 5. 5, 5. А что за дела? Ну я ж вроде по долготе делаю, а не по... Что за бред? Почему она не работает? Главное, этот поставился, все нормально. А эти нет, не хотят. Что это за ересь? Ну ладно, ладно. Тогда что мы сделаем? Сделаем финт ушами. Че, где наша не пропадала? Так, титан, о, сталь.
Смотри, что сделаем. Попытаемся, по крайней мере. Смотри. Вот. Так. Так. Смотри, что я умею. А ты так не умеешь. А. Ну и без разницы, господи. Не полная будет загрузка. Сейчас я все разрулю. Значит, повторяем процедуру. Ставим сюда смелтер. Значит, выбираем ему рецептом сталь. Значит, загружаем в него то, что имеем. Вот это значит это и это. А это загружаем отсюда. И выгружаем сюда. Вот, теперь пытаемся это все повторить многократно. Ну и кто теперь после этого лох? Все, понял? Я тебя сделал. Так, и теперь надо с электричеством определиться. Электричество. Так. Естественно, здесь я нигде влепить его не могу, поэтому придется лепить здесь. Вот так. Вот. Что-то сделал. Что-то теперь работает. Но не хватает чего? Не хватает кислоты. Кислота у нас в опале. Что-то совсем плохо. Плохенько-плохенько что-то кислота идет. А где я ее делал? На другой планете или здесь? Вот это вопрос. Можно пролететь и проверить. Так, тут чуть-чуть кислоты делается. Это не то. Наверное, на другой планете все-таки, мне кажется. Ну, потому что... Потому. О, вот потому. Вот, понятно? А, нет, смотри-ка. Здесь. А что не так тогда? Нефти не хватает. Батюшки! Да вы что, шутите, что ли? Нефти не хватает. Это же просто караул, получается. Смотри, вот тут бесхозная целая это стоит. Вот что это такое? Как это понимать? Я могу добыть отсюда нефть? Наверное, могу. Нет, не могу. А что мешает? Блин, неужели вот это мешает? Это тогда будет совсем нехорошо, если мешает мне вот это. Что тогда сделать? Crude Oil Sap. О! Не мешает. Шикарно. Значит, смотри, чего. Смотри, даже электричества не хватает. Вот. Несмотря на то, что тут рядом солнышки. Так, должно добывать. Куда мы это нефть денем? Local Supply. Так, берем. А что это такое у меня тут вообще происходит? Это железо? А почему так? Remote demand, local supply. Ну ладно, предположим. Значит, мы берем отсюда эту нефть. И ничего не можем сделать, потому что... Блин. Ну и что за дела, а? Ладно. Стой. Не так. Так. Я сейчас справлюсь с этим. Я ж могу. Я все могу, я же специалист. Оп. И сюда. И тут у нас, смотрите, нефть. А, это сырая нефть. Local supply, remote supply. Типа нефть пошла. А зачем? Мне ж нужно еще переработать ее. Я понял. У меня нет совершенно нормальных способов в больших объемах перерабатывать нефть, да? И в это все упирается теперь.
Получается, мне, чтобы переработанную нефть гнать, нужно сделать заводик, который будет требовать сырую нефть. Кстати, у меня, по-моему, был какой-то этот самый накладочка с транспортировкой ресурса, только я не помню, что это было. Где-то у меня была проблема. Так. Может, здесь? Нет. У дронов стояло просто 10% загрузки. Это, наверное, не очень хорошо. Наверное, нужно побольше. А где это было? Где же это было? О, наверное, здесь. Так, что-то мне подсказывает, что у меня есть резервуар с переработанной нефтью где-то еще. Остаточной. Которую я никуда не использовал. Здесь водород. Вот, например. Обалденное количество качественной переработанной нефти. Мы ее сейчас отсюда аккуратненько выведем, чтобы никто ничего не заподозрил. Вот сюда. И будем ее доставлять. Вот. Supply. Так. Charging power такая-то. Загрузка пусть будет по максимуму. Все, нечего вам тут отлынивать от работы. Это у меня нефть, которая идет для пластика. Но, при том, при всем, пластик у меня не особо-то и делается сейчас. У меня вот. Вон что у меня. Видали? Эти простаивают заводы. А здесь что происходит? А, здесь водород у меня хранится. Ну как хранится? Даже не делается особо. Так, это нефть. Это прекрасно. И вот нефть. Кстати, да, они все уже почти истощились. Мне придется искать нефть на других планетах. Какое счастье. Так, это водород, который никуда не идет тоже. Беда, огорчение. Естественно, из-за этого простаивает все остальное. Нужно исправляться. Давай-ка мы водородик тоже отсюда уберем. Так, пихаем сюда водород, supply, значит, доставка, максимум. Выбираем дорожки, сплавляем водород. Поехал. Видишь, водород — нужная вещь, его вон расхватывают только в путь. Так, а энергия, энергия, давай еще энергию сюда ему поставим, чтобы было. Хорошо. С этим разобрались. Так, дальше. У нас тут ездит просто нефть. Просто нефть, никому не нужная. Она как бы ездит, но как бы и нет. Нужно, значит, более качественно переработку делать. А как более качественно переработку делать? Более качественная переработка — это когда мы ставим много вот этих вот нефтеперерабатывающих заводов, и они функционируют, да? Отдавая при этом что-нибудь. У меня вообще, что там по рецептам? У меня же несколько рецептов новых должно было быть. По переработке нефти. Во! Что дает? Он, короче, этот выдает... А! Он забирает уголь, водород и... Чего? А что это такое? Добавьте водород и уголь к сырой нефти. Почему сырой нефти? А, это просто, чтобы перерабатывать ненужный водород и уголь. Не, ну это какая-то ерунда. Сырая нефть. 2, 2 и 1. Может быть, вот такую поставить? Плазма просто обычно. Или чё? Это для получения водорода. Это для получения большего количества нефти из каких-то там ресурсов. Что-то я не очень понимаю, но очень интересно. Так, у меня, кстати, есть наверняка еще куча нефтеперерабатывающих заводов. Здесь складируется, базируется, складируется. Подожди, это не туда мне надо. И я еще не облетел все свои владения, походу не вся нефть у меня. Наверное. Я надеюсь. Ну вот нефть, по крайней мере, здесь ее много. И это хорошо. Можно было бы ускорить, конечно,
потоки нефти, наверное. Может, и не надо. Так, нефть есть. Нефть. Я богат. Временно. У меня она заканчивается. Пока я богат. Я пока могу позволить себе. Роскошь. Так, я летел за заводами. Нефтеперерабатывающие заводы. Ну, не так-то и много. Так, что у меня по конвейерам? Есть. Так, по манипуляторам они не надо. Цистерны где-то тоже были. Есть. Ну, что? Значит, что мы делаем? Что мы делаем? Мы берем теперь и строим завод нефтеперерабатывающий. Может, просто бахнуть вот такую штуку, да и все. Бахнуть такую штуку, как вы считаете? Наверное, бахнуть. Сейчас я ее... Так, не нравится мне скорость. Хотя бы местами будет быстрее. Так. 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 Так, с конвейерами теперь похуже. Конвейеров осталось немножечко. Нужно их куда-то распределить. Конвейеры у меня делаются здесь. Можно поставить ящичек, наверное, который будет пихать сюда старые конвейерные ленты и менять на новые. Вот такой хитрый план. Вот. Кстати, я уже так и делал, по-моему, да? Да. Великолепно. Смотри, чё. Опа! Пихнули сюда. А это отсюда забираем. Есть. Вот, уже получше. Так, тут у меня медленно едущие... Ой, это не то. Медленно едущие конвейеры тоже нужно улучшить. Так. Да спускайся ты. Так, вот здесь они тоже медленно у меня едут. Медленно. Так, вот тут они что-то медленно у меня едут. А это какой цвет? Это типа зелененький, да? Ой, я сейчас чувствую на химичу, тут напортачу. Это уже улучшено. Так. Что-то делается. Все, что не делается, все к лучшему. Давно пора было этим заняться. Но все, руки не доходили. Наверное, надо. Я почти уверен, что я правильно думаю. Хорошо, что тут цветами все показывается, да? Вот такие, типа, раз, посмотрел. Здесь синий, здесь зеленый конвейер. Синий и зеленый эти манипуляторы. Вообще шикардос. Какие-то у меня, конечно, хитросплетения конвейерные просто до ужаса. Так, это чё? Этот вообще ничего не использует, да? Все, можно удалять. Ой, это я зря сделал. Зря. Так, простите. Значит, тут какой-то остаточный кусочек. Этот тоже ничего давно не ест. Так, эти графит, типа, ну, нет так нет. Так, убрали. Забыли. Все, нет, не надо. Короче, плавно из
химической, ну, точнее, нефтепереработки, я приступил к вот этому занятию. Безжалостно, бессмысленному. А они, типа, не работают, потому что я им не даю ничего, да? Как бы, смысла в них не очень много. Так-то. Они, кстати, у меня есть в инвентаре, чтобы я, если взять, там, на другую планету. Может, это забрать, да и все. Ну, я вряд ли буду топить этими вот товарищами. Все, я, типа, сделал доброе дело. Так, а чем я остановился? А, на улучшении конвейеров, конечно, это же очень важно. Что вы не знаете? Вроде синеет так. Вот это только еще. Вот. Ладно, вернемся к нашим баранам. Короче, мне нужно сделать переработку нефти качественно. Тут смотри, что. Вообще, все конвейеры улучшить. Даешь улучшение всех конвейеров. О, смотри, я нашел, что у меня тут намусорено. Внезапно. Так. Вяленько текущие процессы производства алмазов. Или что это? Титановый кристалл, наверное, да? Титановый кристалл. Кстати, в скором времени мне его просто не хватит, наверное, тоже, или что? Кислоты опять нет. Точнее, все еще нет кислоты. Так, ну я знаю, в чем причина, чисто теоретически. А это что? Это должен был быть, видимо, титановая сталь, должна была быть. Но я ее уже не использую. Так, а это что такое? Процессоры бесхозные, просто так, видишь, висят у меня тут, никому не нужные. Целые конвейеры забиты процессорами. Так, кстати, вот этих штук у меня, по-моему, тоже не делается больше. Титановая сталь. А, то есть я зря что-то тут испортил. Да? Зря я это сделал. Ну их тут еще вон сколько, между прочим, так-то. Наделалось. Ладно, придется, видимо, провести обратно эту штуку. А это что? Ага, понял. А здесь что не делается? Потому что нету графена. А графен почему не делается? Потому что я его вообще убрал отсюда. Прикинь. Ладно, тогда мне это не надо. Не буду этим заниматься. Так, я остановиться должен был на производстве нефти. Угу. Нефти, нефть, 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 нефть. Так, вот у меня тут что? Это фракционаторы. Так, где-то там были у меня возможности скопировать. Нефтепереработка. Это кислота уже. Подожди, а где нефть? Вот это что ли? Это маленькая какая-то штуковина. Так. Нефть. Это огромное фракционаторное поле. Он, гляди, какое я сделал. Там уже наверняка тут водорода прям завались было. А где же нефть-то была, которую я хотел скопировать? Где-то ж вот... Где-то ж тут. А вот она, наверное. Возьмем вот эту, скопируем. И будем ее размножать. Так, это для этого мы вот берем вот так. Вот. Вот это. Нет, подожди, надо скопировать вместе с башенками. Теслы. Это ж как это? Ну, типа вот. Скопировал. Так. Сохранить в качестве нефтепереработочки. Oil refineries. Напишем. Oil refineries. И здесь. Так?
сюда впихнем, чтобы было понятно, вот это здание. Так, и все. Сохранить. Так, и теперь мы его сможем где-нибудь поставить и использовать, чтобы много-много делать нефти. Много-много нефти. Почти поверил. А где у нас было расчищено место для этого дела? Подходящее, кажется, с этой стороны. Где бы ее поставить? Где-то вот... Нет. Может, вот здесь поставить? Тут у меня вон места много. Давай так и сделаем. Сейчас только заделаем водичку. Так, водичка. Ну, вот где-нибудь здесь приземлимся. Так, берем наш блюпринт. Блюпринт, чертежик. Так. Ставим одну, например, здесь. Вот так. Коллайдится, говорит, с чем-то. С чем ты можешь коллайдиться? Расскажи мне, пожалуйста. Ой, все, ой. Ой, да ладно тебе, ну. Ну что за дела? Типа пошире надо. А че я взлетел? Ну давай поставим где-нибудь вот здесь заводик. Хорошо, уговорил. Да что с тобой не так? Вот что это за ерунда? Просто вырви глаз. Блин. Аж бесит. Так, как это должно быть? Типа так, да? Вот с чем ты, блин, коллайдишься? Объясни мне, пожалуйста. Что это за дичь? Нет, мне это не устраивает. Лайдится, говорит. В других местах все нормально, и только тут какие-то проблемы. Вот что это такое? Как это объяснить? Здесь они стоят нормально. А здесь какой-то начинается пепелас без гравицапы. Что тебе не нравится? Жесть, смотри, под какими углами они тут. То есть так-то у тебя все нормально, да? Когда надо. Это какой-то кошмар. Прям по-другому и не скажешь. Так. Ой, блин, да чтоб тебя. А, ну ладно. Можно же так сделать. Так, есть. Тут с электричеством какая-то проблема внезапно нарисовалась. Значит, это у нас водород и нефть. А, переработанная. Правильно же? Обычный рецепт, обычный. Все, еще вот таких парочку где-нибудь понатыкать, и будет хорошо. Смотри, водород я прям сразу могу пихнуть вот в башню. Чтобы он транспортировался, и все, и будет добро. Это водород. Так, а это что? Ой, я неправильно сделал. Простите. Они же в другую сторону едут. Так, водород поближе сюда. Отлично. Водород поближе. Значит, берем его и в эту...
Вот так. Так, а это нефть. Переработанная уже. Вот так. Так, а отсюда у нас двигается... Так, нужно взять... Да уйди ты, господи! Переработанная нефть. Supply. Вот. А, demand. Подожди, нет. Неправильно. Сырая. Demand. Так. Она у нас будет литься рекой вот сюда. Вот так. Таким макаром. Мостик сделали. Так, это нефть. Поехала. А это мы выбираем здесь тогда вот эту штуку. И supply. Все, тоже поехал. Отлично. Теперь что? Теперь не мешало бы продлить всю вот эту фиговину, еще длинную-длинную ее сделать. А здесь у меня что ездит? Здесь с какой-то бешеной скоростью летит нефть. Давай мы чуть-чуть подвинем это дело. Вот. Вот здесь где-нибудь соединим. А тут поставим еще одну нормальную переработку. Так. Так. Вот так, видимо. И вот так. Все, понастроили. Есть. Интересно, вот если я сейчас это скопирую и поставлю, ну неужели оно не будет работать нормально? А это зачем? Это, наверное, не очень надо. Так, давай пробовать. Значит, сейчас мы сделаем такое дело. Нефти просто валом. Можно даже сплиттер здесь поставить. И сплиттера наливать. Вообще как нечего. В целом-то. Давай попробуем скопировать этот блюпринтик. Что это? Это не то, вот, ладно, вот, вот так. Вот, вот, выбираем вот так. Вот так вот. Вот так вот. Использовать сейчас. Так. Например. Например, вот. Так могу? Так могу. А, я не знаю, что с этими башнями делать. Пусть пока стоят. Не буду убирать. Кривовастенько, но как есть уж, простите. Внутренний перфекционист умер. Так, и мы сейчас смотри, что сделаем. Наверное, сделаем таким вот образом. Значит, тут у нас едут ресурсы. Известно какие. Ага, а как я это сделаю? А вот так. Смотри, что придумал. Дичь, конечно, но как есть. Так, соединил водород, теперь нужно соединить нефть. Нефть. Соединяем нефть. Это проще, потому что она с этой стороны. Вот, соединили нефть. Такое получилось у меня творение. Теперь нужно забрать отсюда еще нефти и пихнуть сюда. Как лучше, сплиттером или все-таки как-то еще? Давай сплиттером, наверное. Так, берем сплиттер. Заводим сюда, выводим отсюда и отсюда.
что-то сейчас он так не хочет работать. О, работает. Отлично. Поехала нефть вторая. Ну, этого явно теперь должно быть побольше уже. Как по мне. Счетчик уже на конвейер оставить не буду. Зачем? Все, водород тут ездит, нефть ездит, все, все отлично пока что. Тьфу-тьфу. Хотя этого, наверное, очень мало. Наверное, нужно гораздо больше переработок сделать, потому что... Потому. Смотри, что могу. Могу еще землишки накопать. Я все могу, я же специалист, в конце-то концов. Вот, вот здесь могу закрыть. Так. Ой, простите. Так, а это что? А это то, что я копировал. А давай и сюда еще поставим тогда. Че уж. Че уж там. Сейчас я подумаю, как лучше сделать. А эта башня у меня что собой олицетворяет? Она, наверное, тоже не сильно нужна. Так, рефайнери. А что, если я поставлю сюда сразу две? Они влезут? Возможно, они влезут. Давай проверять. Так. Так. И так. А, они разделяют, типа, у меня тут по этим. По половым признакам. Так, тогда нет. Тогда не получится. Разве что мы возьмем вот это. Возьмем вот это. И вот сюда это подсоединим. Так. Так. А, вот так они делают, да? Ну что, мы просто пустим в другую сторону, думаешь? Просто пустим в другую сторону. Вот. Есть. И, кстати, раз уж у меня здесь уныло текущая есть добыча нефти, можно и сюда нефть тоже пригнать. Как вы считаете? А это вообще надо уничтожить. Вот таким образом. Уничтожить. Так. Делаем дела мощные. Так, нефть. Значит, выбираем ее здесь тоже, наверное, сырую. И сейчас ее сюда вот пихнем. Все. А чтобы у нас не пропадало вот это все, мы сделаем следующим образом. Поставим здесь еще одну башенку. Вот, видали, какой я умный. Так. Вот сюда, пусть копится. Так, нефть. Сторож. Ой. Вот, пусть копится. Потом переключу на сапплай, если что, и все, будет нормально. Нефть поехала. В больших количествах. Так, у меня какой-то уголь тут залетный, камень ненужный. Ну, в принципе, довольно шустро набирается, да?
даже успевает что-то там вот заказываться, отправляться. Хорошо. А этот нефть у меня куда едет? Она едет туда. Ну пусть едет. Теперь я собирался еще поставить здесь вот эти рефайнеры. Так, надо тогда подровнять здесь местность слегка. Слегка подровнять. Не знаю, зачем так много, но пусть будет. Все, закончилась почва. Это знак. Значит, берем. Как вообще лучше может поставить как-то вручную это все? Что-то мне не нравится. А это что такое? А у нее нефти не хватает, прикинь, он такой типа. Мне нефти не хватает. Что за дела? А, у него нету манипулятора. Вот это поворот. Сейчас будет, все будет. Ой, родненький. Вот, пожалуйста. Смотри, все, есть нефть, видишь? Все хорошо. Может, тут еще у кого-то? Я повторил такую же ошибку. Дважды. Так, сейчас мы еще и ему поставим. Еще больше нефти. А что-то у меня с энергией. По-моему, энергии не хватает. У меня что-то тут совсем печально. Печально. Смотри, что. Даже учитывая, что у меня есть крутые генераторы и солнечки, и разрядники, мне не хватает энергии. Это печально. Так, это я разбирался все это время с нефтью. А что я собирался это сделать? Мне надо было слетать за униполярными магнитами. Я вон поставил здание, чтобы там поставлять на другие планеты всякие строения. И все как бы на этом, да? И все. На этом все закончилось. Мне кажется, что здесь ничего никуда не едет. Вот, так-то лучше. Ладно, сейчас построю еще этих переработчиков. Нефти. Нефтепереработчиков. Построю. И все, да, и закончу на этом. Потом надо иметь в виду, что мне нужно что-то сделать с энергией. И униполярными магнитами. Вот как бы. Так и будет. А может два получится поставить? Раз. Нет? Коллайдится что-то. Кто-то говорит, не нравится ему. А, видимо, опять этот несчастный один манипулятор, да, мешается. Я так понимаю. Ну-ка, давай проверять. 100% это. Нет? Смотри, вообще без всяких переработчиков строится. Ну ты чего, блин? Чё за фигня? Это ж ересь, разве нет? Разве она так должна быть? Блин, вот дичь. Полнейшая причем. Просто полнейшая дичь. Так это мешает. Ладно. Наверное, на самом деле есть более эффективная схема для этих переработок. А я тут просто пытаюсь, ковыряюсь, что-то пыхчу. Так, давай поставим для начала это. Вот они у меня еще имеются. Поставится еще. Вот. Вот таким вот образом. Так, нефть. Обычным макаром. Так,
И придется расставлять вручную все это дело, потому что, ну, вот, вот так. Так, тут у нас что? Это он забирает. А, это он наоборот. Блин, ну мне не нравится. Так-то. Давай тогда так и сделаем. Ну он сейчас же должен нормально встать. Или у меня глюки? Вот смотри, что это за фигня? Чего она вдруг начала где-то с чем-то конфликтовать? Что за бред? А где... А, вот они. Так, сейчас проверим. Нехватка... А, нехватка предметов. Так, сейчас мы тогда... сделаем нормально. Нефть. Вывод. Сделали. Так, тут у меня что? Тут у меня раздается нефть. Что? Раздается нефть. А сюда поступает водород и обработанная нефть. Все, пошло. И на этом я закончу, а дальше уже придется разбираться с энергией снова. Потому что, ну, как куда это годится? Хотя можно, например, поставить сразу производство этих... генераторов. Чуть-чуть хотя бы. Вот смотри, что сделаем. Поставим сюда несколько штучек. А, или я уже их делал? Может, я уже ставил эти работать? Что там было нужно? Мне кажется, что я уже пытался их начать делать. Типа... В прошлый раз. Блин. Или в какой? Не, или в этот прям раз. Когда я бы здание делал. Типа, этот, процессоры... Кольца. По-моему, что я его начал уже делать, нет? Так, подожди. Ладно, сейчас мы это уберем. Летим, короче, к предполагаемому месту, где я собирался построить завод по производству этих генераторов. Это что должно было быть? Вот это глюки. Вот это у меня глюки. Просто жесточайшие. Ладно, разберусь потом. Короче, на сегодня мне надо идти уже обедать. Короче, все, я голодный, проливали. Всем спасибо за просмотр. Еще раз говорю, ставьте лайки. А то чего. И до следующей встречи, связи. Не знаю, когда это произойдет. Буду надеяться, что скоро. Всем пока.